За что вас задержали? Ограбление ювелирного магазина. А в Раменском вы проживали? В Раменском, здесь, в этом городе, вы проживали временно или как вы здесь оказались? Я не проживал здесь. Мне знакомый сказал, что здесь есть ювелирный магазин, который вообще не охраняется и сигнализации нет ничего. Поэтому можно заработать денег. Да.